Дорогое собрание в Господе, в книге Левит, в 25 главе, 11 стихом мы читаем: 50-й год, да будет у вас юбилей. Так сам Бог учил народ свой. Братья Совета Церквей объявили 2011 год годом юбилейным. Полвека прошло с тех пор, как Бог Духом Святым возбудил сердца верных служителей Христовых поднять знамя истины, возревновав о Боге и Его доме, о Церкви Христовой. Мы сегодня собрались вместе с малолетними нашими, со стариками нашими, с гостями нашими, которые пришли разделить радость нашу. И у нас сегодня, братья и сестры, праздник Господу. Мы читаем книги Исход, 12 глава, 14 стих. «Да будет вам день сей памятен, и празднуйте праздник Господу». Мы желаем сегодня вспомнить, друзья, славный путь Церкви Христовой, поблагодарить Бога за верных Его служителей, которые подняли знамя истины и пронесли, оставив нам добрый пример подражания верности и веры. Псалмопевец говорит в 113-м псалме: «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу». Мы желаем сегодня, в этом стихе написано, ради милости Твоей, ради истины Твоей, попросить благословения, чтобы Бог благословил молодое наследие, Церковь Христову, идти этим путем, путем узким, путем чистоты и святости, путем славным, путем, где славится имя Господнее. Поэтому, дорогая Церковь, дети наши, молодежь и гости, всех вас искренне, сердечно приветствуем и поздравляем с 50-летием Братства Международного Совета Церквей. Начиная наше собрание, мы, вставши, помолимся, призовем имя Господне. Милосердный всемогущий Господь наш Бог, благодарим Тебя сердечно, что сей день Ты сотворил. Мы приносим сердечную благодарность Тебе за весь пройденный путь, путь страданий, путь трудный, нелегкий, но он славный. И сегодня, Господи, вся слава принадлежит Тебе, Тот, Который вдохновлял на великий подвиг, Тот, Который действительно давал силу выстоять в этих трудных моментах жизни, испытаний и переживаний. И сегодня, Господи, мы желаем вспомнить этот путь, поблагодарить и попросить милости у Тебя на дальнейшую нашу жизнь. Мы сердечно благодарим, Господи, что к нам и братья приехали, чтобы поделиться пережитым и вместе порадоваться. Боже, мы просим и это место освяти, Господи, своим светлым лицем. И, Господи, благослови это собрание большое. Кто сюда еще торопится, Ты, Господи, поспешествуй и благослови наше общение, чтобы оно было во славу нашего Господа, для назидания и для преемственности молодого поколения. Да будет имя возвеличено и прославлено и в этом собрании. Господи, наша молитва сегодня о тех, кто не посетил собрание. Боже, сегодня есть те, кто попали в госпиталь, и в это время должна идти операция. Благослови таковых, Господи, кто сегодня болен, кто не может быть, посети радостью Духа каждого. Да будет имя прославлено и благословенно. И на этом месте великий наш Бог, Бог Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Пожалуйста, сейчас общее пение. После общего пения будет служение духового оркестра. Друзья, будем петь номер 23. О наш Отец на небесах, прими моление мое, да славно в славных чудесах святится имя в век Твое.
пожалуйста, братья и сестры, занимая места. Сейчас служение духового оркестра. И пока оркестр готовится к игре, еще одно объявление мы сделаем. У нас поручено двум фотографам фотографировать в этом это служение. Оговорена вся запись. Поэтому мы убедительно очень просим в зале, мы просим, чтобы у нас было благовение, чтобы не было вспышек и лишних фотографий. Можно будет в конце собрания взять диск и, пожалуйста, поэтому просим соблюдать порядок и уважать. Стих, пожалуйста. Мир вам, братья и сестры. Евангелие от Матфея, 16 глава, стих 18. Иисус Христос сказал: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Подарок неба – юбилей.
Страницы дней не стерла память и радует сердца друзей в сердцах евангельское знамя. У недругов был план стереть Христа духовную твердыню, но вера, побеждая страх, не устрашилась исполинов. Судов неправедных череда избыточным дышала гневом. И увозили поезда свидетелей Христа на север. Под лай овчарок путь непрост. Тайгу валить за веру плата. В 40-градусный мороз испытывалась верность братьев. Их церкви помнили в скорбях. Не иссякал поток ходатайств и жены. В северных краях несли с мужьями ссылки тяжесть. Но Бог смирил Евроклидон. Над морем пронеслось довольно. И озарился небосклон, и дерзкие притихли волны. Друзья, свобода свыше нам дана. Пусть мир услышит в полной мере, что смерть Христом побеждена. И путь один к спасению. Вера. Аминь. Сейчас служение хора, и хор исполнит молитвенный гимн, прославляющий святое имя Бога. Поэтому, братья и сестры, мы выслушаем это пение тоже стоя молитвенное.
пожалуйста, братья и сестры, занимая места. И сейчас время для проповеди Евангелия. Служитель церкви из города Фресно Павел Михайлович будет служить словом и нас всех пригласит к молитве. Пожалуйста. Первая книга Царств, глава 7, стих 12. Первое Царств, 7:12. До сего места помог нам Господь. Книга Откровения, глава 1, стихи 5 и 6. Книга Откровения, глава 1, 5 и 6 стихи. Ему, возлюбившему нас, и омывшему нас от грехов наших кровью Своею, и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Даже в самых смелых мечтах, даже в самых розовых снах, имея в сердце самую светлую надежду, я думаю, 50, 40, 30, 25 лет тому назад никто не мог бы и думать о том, что мы будем иметь такие вот юбилейные собрания. Тысячи людей, много очень молодежи, оркестры, хор большой. И тем более в Америке никто не думал об этом, никто, наверное, не мечтал. Но вот сегодня это реальность. И мы здесь, и слава Богу за это. И цель этого общения – воздать славу Богу, который один достоин ее. За что мы будем благодарить Бога сейчас в наших молитвах? Первое. Он наш Творец, и поэтому Он достоин хвалы. И все по Его воле существует и сотворено. Откровение 4:11. Второе. Он возлюбил нас. Он кровь свою пролил, как мы прочитали, и омыл нас от грехов своей кровью, и сделал нас родными друг другу. И только Христос, этот Агнец Божий, достоин этой хвалы, потому что Он умер за нас, воскрес для нашего оправдания, и Он приготовил нам вечность. Ему слава и хвала. Третье. Этот драгоценный Сын Божий Иисус Христос оставил для нас очень много обетований, и одно из них, Матфея 16:18, «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». И сегодня мы свидетели тому, что не одолели врата ада. Он верен в своих обетованиях, поэтому воздадим ему за эту хвалу. Четвертое. Воздадим ему хвалу за то, что 50 лет тому назад он дал братьям, сестрам вот эту глазную мазь, как написано в Откровении 3:18, и они могли увидеть бедственное положение народа Божьего. Атеисты в самой большой стране, где занимающие 1/6 всего мира, провозгласили атеизм и пели, что мы церкви и тюрьмы сравняем с землей. И громадная эта машина атеизма работала, чтобы низвергнуть церковь. И пятое. И вот в это тяжелое время Господь дал мужество братьям, сестрам на вопрос, оставаться ли нам во грехе, как написано Римлянам 6:1, решительно ответить: никак, никак. И как в одном стихотворении говорится, что когда-то в самый трудный час, когда правде приготовят плаху, церковь скажет: «Нет, безбожный мир», и уйдет навстречу Голиафам. И пошли, братья и сестры, пошли, зная, что это тернистый и трудный путь. Но мы будем благодарить Бога, и это шестая мысль о том, что будем благодарить Бога за то, что Он дал силу переносить страдания, переносить скорби, как написано 2 Тимофея 2:3.
Около 5000 лет провели братья и сестры за эти 50 лет в местах лишения свободы, в самых жутких обстоятельствах, и иные замучены были, не принявшие освобождения. Седьмое. Христос дал силу Церкви Своей не только страдать, но Он дал силу еще и прощать. Прощать гонителей, врагов. И даже в братском листке в этом юбилейном есть такие слова, что юбилейный год – это год прощения. Мы давно простили наших гонителей, простили и прощаем тех, кто ушел с узкого пути. В воспоминаниях многих братьев, которые прошли очень узким тернистым путем, но там мысль проходит везде, мы прощали, мы прощаем своим гонителям. И Бог оказывал эту милость, что из числа тех, кто гнали Церковь Христову, из числа тех, кто были религиозными даже экспертами, люди потом приходили к Богу и заключали завет с Господом. Восьмое. Воздадим сегодня хвалу нашему Господу Иисусу Христу за великую жертвенность, которую Он вложил в сердца детей Своих. И эта жертвенность проявлялась во всем. Вы вспомните, кто жили 40-30 лет тому назад, 50 лет тому назад, в каких условиях проводились собрания. Рано утром вставали в семьях, всю мебель вытаскивали куда только можно, чтобы поместить верующих братьев и сестер для общения. Это была жертвенность. Кто-то жертвовал материально, кто-то жертвовал жизнь свою, кто-то жертвовал для того, чтобы вот издательство работало, и чтобы евангельская литература, эти духовно-нравственные книги наполняли дома верующих. Слава Богу всем, кто нес это служение, кто как-то участвовал, кто, может, даже не находился в нашем братстве, но соучаствовал и считали, что это верный путь, таким путем надо идти, и помогали, как могли, помогали переплетать литературу, предоставляли дома свои, делали много, посещали семьи узников. И как апостол Павел пишет в послании к филиппийцам в 4 главе, в 3 стихе, имена их в книге жизни. Это неизвестные люди, кто-то где-то в историю вошел, но много простых братьев и сестер не вошли в историю. Но знайте, что за всякое доброе дело Господь вас отметит и воздаст вам вечной жизни. Девятое. Апостол Павел однажды сказал так: «Вы стали образцом для всех верующих». Вот этот узкий путь, который избрало братство, путь следования за Господом, путь повиновения только Иисусу Христу, он послужил для многих примером, и многие, может, захотели подражать и жить так. Одно маленькое письмо, которое получил когда-то Евгений Никифорович, когда после тюремного заключения, после лагерей находился в ссылке. И много писали писем с Европы, Америки, Австралии, других стран. И один католический епископ прислал ему свою фотографию и уведомляет, что он тоже молится за узников в Советском Союзе. И он чистосердечно заверил, что хотя мы по убеждению католиков являемся еретиками, но страданиями своими убелили свои одежды и для многих стали примером верности Христу. Для многих стали примером верности Христу. И десятое. Господь Иисус Христос побудил церковь, чтобы они основным направлением своего пути взяли путь освящения. «Будьте святы, потому что я свят» 1 Петра 1,16. И этот путь избрала церковь, этим путем она старалась идти, этим путем стараемся мы сегодня идти, и этим путем нужно идти и дальше. И путь еще не завершен, и каждый подвязаться должен. Мы начинали хорошо, давайте хорошо продолжим. И мы сейчас помолимся. Можно еще найти десятки пунктов, за что надо благодарить Бога. Сделаем это в наших сердцах, и сейчас встанем и помолимся Ему сердечно. Аминь.
Аминь. Аминь. Наш Господь, мы благодарим Тебя сердечно за то, что Ты дал нам эту возможность вот вместе сегодня собраться, радоваться, ликовать за Твою верность нам, за любовь Твою, за исполненные обетования Твои, за спасение, данное через Иисуса Христа, за жертву Его и за вечность, приготовленную для нас, куда ведет этот узкий тернистый путь. И помоги нам идти по нему, идти путем освящения. Помоги нам, Господи, в это трудное время, время обольщения, не свернуть с этого пути. Благослови всех здесь присутствующих. Пусть благодать Твоя наполняет всех нас. Аминь. Пожалуйста, братья и сестры, занимаем места. И сейчас служение хора. И просьба подготовиться. Дальнейшая наша программа. Николай Максимович расскажет стихотворение от русского братства, и братское пение называется «Братство, любите». Yeah.
от русского братства из общин страны к правительству с просьбой съехались мы. С востока и запада, с севера и юга, хоть близко не знали друг друга. Встречала нас молча большая столица, но мы узнавали родные нам лица. И в сердце с надеждой на Господа сил народ весь правительство дом посетил. С молитвой весь день мы ответ ожидали, и там же у стен под дождем ночевали. Немало насмешек наслышались мы, угрозы забрать их за стенки тюрьмы. А в полдень автобусов много подали, в машины с побоями всех затолкали, нас вывезли всех в полудневной жаре, под стражей закрыли на конном дворе. Затем в изолятор нас всех поместили, допросы и обыски там учинили, устроили суд, в дополнение всему в Бутырскую нас поместили тюрьму. В старинной застенке Бутырской тюрьмы имели общение братское мы. Свою благодать нам и там Бог явил, и в узах сердца наши Он укрепил. В беседах, молитвах и пении псалмов мы видели радость Отца всех даров, и стража тюремная видела нас, как мы возносили молитвы не раз. На койках железных ютились и мы, дышала грудь воздухом душной тюрьмы, но Божья милость отцовская к нам в сердцах согревала хвалебный бальзам. Хоть мы из тюрьмы и не вместе ушли, страдая совместно, мы радость нашли. Тепло этой встречи, куда ни пойдем, мы нежно с собою в сердцах понесем. Аминь. Ненависть мир в изумлении.
Благодарим за участие. Сейчас, братья и сестры, участие духового оркестра. Я хочу вам представить нашего дирижера, самого молодого. В этом году, если Господь позволит, ему в декабре исполнится 99 лет. Николай Васильевич был у истоков создания отдела МХО, и он активный участник, поэтому, пожалуйста, служение оркестра. Сейчас участие молодежи, пожалуйста. Мы выслушаем стихотворение «Верному воину» и также пение молодежной группы «Герои веры». Кого послать? И кто пойдет, звучит призыв через столетия. О, неужели не найдет отец того, кто бы ответил: «Вот я, Господь, пошли меня, пойду и сделаю, что скажешь. Готов служить тебе всегда, а путь я знаю, ты укажешь». Порой из тысячи один нелегкий жребий принимает и Духом Божиим водим в борьбу за истину вступает. Святой любовью горя, преграды зла одолевая, идет с собой не дорожа, на сильного вождя взирая. А бой кровавый впереди, враги ордою наступает. О, где же вы, друзья мои? В неравной битве силы тают. Одни со страхом отошли, коварно предали другие. А ведь когда-то вместе шли, но стали в трудный час чужими. А кто-то верность сохранил, но недругу не уступая, за Бога душу положил, уже вошел в обитель рая. И наступает враг души, смотри, один не воин в поле. Всесильный Боже, помоги, ведь я Твоей предался воле.
Хочу сражаться до конца, пока рука к мечу прилипнет. Десница верная твоя, я знаю, рядом будет в битве. Хотя и жертвую собой, но быть хочу до смерти верен. Идя покорно за тобой, хочу сберечь, что ты доверил. И жизнь, и смерть таких людей на алтаре, когда сгорают, тяжелый мрак последних дней лучом небесным освещают. Аминь. Герои веры и поныне есть, и жизнь на первый взгляд совсем обычна, но это жизнь души смиренной без, звучащая и громко гармонично, звучащая не громко гармонично. Сейчас служение хора, и мы будем слушать вторую проповедь Евангелия. Будет в служении участвовать Григорий Иванович, которого Бог также удостоил за детскую работу провести определенное время в местах лишения свободы. Пожалуйста, хор.
пленят все жертвоприношения Твои, и все сожжения Твое да соделает тучным, да даст Тебе по сердцу Твоему, и все намерения Твои да Дорогие друзья, братья и сестры, я буду читать два места Священного Писания. Первое место записано в книге Псалтыре, 77-й Псалом с 3 стиха. Книга Псалтырь, 77-й Псалом с 3 стиха. «Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам, не скроем мы детей их, возвещая роду грядущему, славу Господа и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил». Он постановил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям возлагать надежду свою на Бога и не забывать всех дел Божьих и хранить заповеди Его. И второе место Писания записано во втором послании апостола Павла к Тимофею, 1 глава, 5 стих.
приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде и матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе. Братья и сестры, у нас сегодня на нашем собрании, так вот посмотрел, находится, наверное, 4 поколения людей. Это старцы, которым уже, может быть, где-то под 80 или за 80. Средний возраст. Есть молодые люди, молодежь. И есть дети. В 63-м году, тогда глава государства Хрущев говорил такие слова. В 64-м году мы покажем последнего верующего по телевизору. И знаете, прилагали большое усилие к тому, чтобы действительно это и было. В церквах запрещали молодежные собрания, детей вообще не допускали в собрания. Старались так, чтобы крещение принимали не раньше 21 года, и то, если разрешит уполномоченным по религиозным делам. И таким образом пытались не сповергнуть церковь, чтобы не было церкви, уничтожить ее. Знаете, приложили довольно много усилий к тому, чтобы это сделать. Очень многих братьев и сестер сажали в тюрьмы на долгие годы. Вот сегодня первый брат говорил, и говорил, что если посчитать, сколько лет провели братья и сестры в заключении, 5000 лет. Это немало, друзья. Многие из них не вернулись. Слово Господне говорит о том, чтобы... Вот мы прочитали первое место. «Не скроем от детей наших, возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его, и славу Его». Я бы хотел, чтобы мы немножко вернулись в то отдаленное время, о котором идет здесь речь. О чем говорил здесь псалмопевец Асаф? Давайте заглянем в одну из еврейских семей и посмотрим, о чем же там говорит глава семейства. Рассказывает об этом чуде, о силе, которую Господь проявлял в то время. Я не буду много говорить, некоторые моменты только скажу. Тогда, когда народ израильский вышел от фараона из Египта для того, чтобы совершить служение Богу, когда они были уже на пути и подошли к Черному морю, то они увидели, что за ними гонится войско фараона. И начали роптать на Моисея и говорить: «Зачем ты нас сюда вывел? Разве не хватало гробов в Египте?» И был сильный ропот в народе израильском. Моисей возвал Господу, говорил ему о том, что происходит, а он говорит: «Что ты вопиешь? Простри руку твою к морю, и она, вода расступится, и вы пойдете по суше». Братья и сестры, я вот себе представляю такую картину, очень большое количество людей, больше миллиона народа израильского. Потому что когда они вышли, было 600 тысяч только людей, которые могли воевать. А сколько там было старцев, сколько было там детей, сколько там было женщин. В общем, Священное Писание не говорит. Но я думаю, что там было больше миллиона народу. И вот все они встали перед Черным морем и не знают, что же дальше делать. Сейчас очень большая армия фараона, которая гонится за ними, вооруженная до зубов. А они совсем безоружные. Что им делать? И вот когда Моисей простёр руку, воды расступились, Господь говорит: «Идите». Братья и сестры, как вы думаете, легко было идти? Я себе представляю картину не очень легко. С двух сторон вода стеною и не в один метр, а может быть в несколько метров высотой. И очень длинное расстояние, это не реку перейти и не ручеек какой-нибудь, а море. И может быть даже не один день пришлось им идти с таким багажом, который был у них, и скот был у них, и поклажа какая-то была, и вещи какие-то были, им нужно было идти. Моисей говорит: «Пойдем, ангел Господень будет идти впереди и сзади». Но я так думаю, что выхода не было. Может быть, кто-то с верой пошел, посмотрел, что для них открыта дорога. Может быть, кого-то страхом спасали, и они пошли вот в это море. Но одним словом, пошли. Идут долго. Я уже говорил, может быть, даже не один день, но, по крайней мере, день точно шли. А за ними идет войско фараонова. Они посмотрели, что израильтяне пошли, погнали за ними. А Господь, написано, колеса в их колесницах пополомал. И они тащили повозки свои очень тяжело.
И тогда, когда народ израильский перешел в Черное море, он сказал Моисею: простри жезл твой на место к воде, и она покроет их всех водой. Братья и сестры, скажите, это чудо или нет? Я думаю, такого чуда больше в истории не повторялось. Чтобы вот таким образом народ израильский перешел через Черное море, и я думаю, что было что рассказать людям, взрослым людям, своим детям передать. Потом-то много было историй с народом израильским, о чем можно было рассказать, о том, как они постоянно роптали, как Бог посылал манну с неба, как Бог посылал воду из скалы. Можно рассказать о том, когда Господь послал, сказал Моисею, чтобы он взошел на гору, написал скрижали. И когда он сошел и увидел, что делает народ, он сильно печалился, разбил скрижали свои. Можно рассказать, какие чудеса Господь творил в течение всех этих 40 лет, которых вел он по пустыне народ израильский. Можно рассказать о том, как они проходили, пришли когда к Иерихону, и когда необходим город 7 раз, когда стены рухнули. Можно говорить о том, как Господь благословил их. Но одним словом, история говорит, и Господь говорит о том, не скроем от детей наших и от детей их, чтобы они могли передавать роду грядущему, чтобы они могли говорить о том, что сделал Господь для народа своего, какие чудеса, какую милость, и с какую верою народ Божий переходил вот свое царствование. Братья и сестры, сегодня мы празднуем 50 лет пробуждения братства. Это немалый срок, это много, по крайней мере для нас, жителей земли, у которых срок жизни 70, при большей крепости 80, а многие до этого не доживают. 50 лет – это немало. Что можно узнать в течение 50 лет, как Господь вел народ Божий? Ну, вот старшее поколение, которым уже за 60, которым 70 лет, кому 50 лет, те пережили это положение, в котором находился народ Божий. Трудности, переживания, гонения, скорби, ссылки, тюрьмы, лагеря. И многие братья и сестры не вернулись оттуда живыми. Я немножечко хочу поделиться некоторыми воспоминаниями из той жизни, которая была, ну и которая есть и в наше время. Я как-то рассказывал случай или пример в нашей церкви о том, как один брат говорит: я очень долго не мог понимать место Священного Писания, где написано: я каждый день умираю. Говорит, когда я находился на зоне строгого режима, не первый срок уже брат прошел, он говорит, ну, кто был там, тот знает, что сама зона, она делится на несколько таких сословий людей, которые находятся там. Там люди в таком низком положении, в низком сословии, за которых и за людей-то не считают. Они выполняют самую грязную работу, выполняют все то, что им скажут, и ничего не имеют права как-то противостать. Есть люди, которые считаются работяги, которые так работают себе каждый день. Есть люди, которые считаются шныри, так называемые, это люди, которые там с повязками ходят, которые там у начальства имеют какую-то особую привилегию. Есть люди, так называемые блатные, которые ничего не делают в лагере, которые за них кто-то что-то выполняет, они могут сидеть несколько раз в карцерах, потому что их начальство лагеря может посадить туда за то, что они не работают. Но одним словом, они держат весь лагерь в своих руках. И вот рассказывают, однажды сидят они, вот эти люди, которые беззаботные люди, наглые люди, люди, которые не считаются ни с чем и ни с кем, которые жизнь человека, как я уже говорил, считают вообще ни за что. И вот сидят, играют в карты. Ну, в карты играют, знаете, там если играют серьезно, то не просто так, чтобы ради, как говорят, спортивного интереса или ради того, чтобы время провести. Нет. Они играют или на деньги, или на что-то другое. А этот раз они решили играть на жизнь человека. И тот, кто должен будет проиграть, он должен пойти и убить вот из тех людей, которые были в низком сословии. Он говорит, я начал молиться Господу: Господи, помоги мне. Ты же меня зачем-то сюда послал, я же что-то должен здесь делать. Сейчас должно пролиться кровопролитие. Господи, предотврати это.
Говорит, я, говорит, обратил внимание на ту часть людей, которые, из которых должен кто-то будет умереть. Говорит, как они сильно переживали. Ну, в любом случае, в каком бы ты ни находился положении, жить хочется человеку. Пусть самое ужасное, тяжелое положение, которое занимает человек, а жить все равно хочется. И вот, говорит, я молюсь, Господи, помоги мне предотвратить это. И вот, говорит, проиграли. Проиграл один человек из блатных, так называемых. А там, если ты на что-то договорился играть, если ты не исполнишь, то убьют тебя. И вот он, говорит, встает, поднимается и идет в ту группу, которую должен кого-то зарезать или убить. Я, говорит, встал между ним и говорит, слушай, не делай этого. Не убивай этих людей. Ты лучше убей меня. А этого брата сильно уважали. Они прекрасно понимали, что этот человек сидит за веру в Бога. С ним считались, с ним советовались. С ним очень часто, ну, беседовали. Его там, как называли его святой отец, и сильно уважали. Он говорит ему, отец, святой отец, уйди. Ты знаешь, что я должен это сделать. Он говорит, нет, я не уйду. Ты понимаешь, если ты убьешь меня, то ты, одна душа потеряется всего. То есть одной души не станет. Если ты убьешь того, то ты две души погубишь. Я, говорит, к Богу уйду, а ты уйдешь в ад. А если ты убьешь кого-то из этих людей, то вы двое уйдете в ад. И так долго они разговаривали, и он говорит, отец, ты меня сам вынудил на это. Я не могу этого сделать, чтобы не убить. Он говорит, хорошо, ты убьешь меня. Только, говорит, позволь, я спою тебе песню. Он говорит, я начал петь песнь. Когда одолею тебя испытания, когда в непосильной устанешь в борьбе, и каплю за каплей из чаши страданий пить будешь упреки, бросая судьбе, не падай душою, судьбу не злословь, есть вера, надежда, любовь. Он говорит, когда я пел первый куплет, этот человек стоял. На втором куплете он сел. На третьем куплете сильно заплакал. А на четвертом куплете покаялся. Он говорит, не произошло убийство. Но я в этот момент понял, что значит, Господи, я каждый день умираю. Братья и сестры, сколько таких случаев было с нашими братьями и сестрами, которые находились в узах? И не по одному сроку. И не по одному году, а 12, 20, 30 лет. Сколько трудностей и переживаний пережили эти братья. И своей судьбою или жизнью своей они передали наследию своему, молодому наследию своему факел веры. Я помню, как-то приехал в Киев. Мне было чуть больше 20 лет. Было молодежное общение. Ну, там братья, Григорий Васильевич Костюченко, другие братья находятся. И вдруг мне предлагают слово. Знаете, я немножко испугался. Ну, мне 20 лет, совсем юноша еще. Сидят старцы с опытом и серьезным опытом жизни. Я сильно переживал. Я помню, вот как сейчас, проповедь, которую я говорю. Помню ту проповедь, которую говорил Костюченко Григорий Васильевич. Но я понял о том, что братья хотят передать молодому поколению то, что они пережили. Я расскажу еще один случай из жизни нашей церкви. Когда в 1977 году в Ростове прошло очень большое молодежное общение, на котором, ну, это целая история, рассказывать, как оно прошло, как там гоняли, как выгнали нас с того места, где мы должны были проводить общение. Когда это прошло общение, потом в октябре месяце прошел праздник жатвы, тоже с большим участием молодежи, в средствах массовой информации начали появляться очень клеветнические статьи. Что делают баптисты? Они в жертву приносят людей. И мракобесием занимаются. И тушат свет после собраний. Что только не говорили, как только не говорили. В общем, настроили массу людей против верующих. И люди, просто город кипел, гудел о том, что происходит в среде баптистов. Церковь начала молиться о том, чтобы Бог вывел нас из этого положения. Каким же образом выйти из этого положения?
Были ночи бдения, молитвы, ночные молитвы, и не одна ночь бдения была. Я помню хорошо эти ночи бдения, когда мы молились и просили Бога, чтобы Бог вступился за народ свой. И Господь вступился. Но каким образом? В 78 году, в марте месяце, у нас было собрание в палатке утром, а вечером прошла милиция. Всех разогнали. Да не то, что разогнали, а забрали в отделение милиции и многим братьям и сестрам дали по 15 суток. Братья и сестры, с этого времени началась какая-то новый, что ли, такой период жизни церкви нашей. В течение почти года сажали церковь, людей из нашей церкви, братьев и сестер, на 15 суток. Сидело сразу одновременно 120 человек. Ну, не только нашей церкви. Не только нашей церкви. Луганчане услышали, что в Ростове сажают на 15 суток. Отпуск туда. С Харциска приезжали, с Макеевки, с других городов приезжали поддержать ростовскую церковь. Сажали семьями. Я помню, когда нас забрали, меня одного из первых забрали. Потом через некоторое время привезли моего брата, потом второго брата и маму привезли. Нас сидело 4 человека из семьи. И сидели так. Отсидели 15 суток, утром вышли, вечером пошли на собрание снова на 15 суток. И так почти год. Кто-то отсидел 5 раз, кто-то отсидел 10 раз, кто-то отсидел 8 раз по 15 суток. Ну, если 10 раз по 15 суток, посчитаем, друзья, сколько это будет? 150 дней в году, это почти полгода. Отсидели 15 суток. И не просто отсидели, а в 15-суточник, которые сидели, сажали, вернее, возили на работу. Приезжали утром люди, которые забирали людей, и по всему городу верующие люди бесплатно работали. То в филармонии, то в районе, в этом КГБ, то на предприятиях, то на вертолетном заводе. И люди начали спрашивать, а за что вы сидите? И началось благовестие, начали говорить, за что мы сидим. Братья и сестры, сажали всех подряд. Я помню, у нас была бабушка, 66 лет, скорченная, на палочке ходила. Привезли нас в ленинскую комнату, в отделение милиции, посадили в ленинскую комнату, включили телевизор, а бабушка так сидит в сторону, отвернулась и не смотрит. Заходит милиционер и спрашивает, бабушка, а ты почему телевизор не смотришь? Не хочу. Пойдем. Трое суток дали. Спрашивает у бабушки, бабушка, ты за что села? Деточки, телевизор не хотела смотреть. Как телевизор не хотела смотреть? А вот так вот, говорю, забрали меня с собрания, посадили меня в ленинскую комнату, включили телевизор, а я не хотела смотреть. И за это получила трое суток. Другая сестра, старица, тоже одна живет. У нее хозяйство там какое-то небольшое было. 7 суток получила. Пока приехала, освободилась, все хозяйство, которое у нее было, померло. Ничего не осталось. Братья и сестры, это нелегко. Это совсем нелегко. Но для чего все это делалось? Ведь можно было пойти тем путем, которым шли другие люди. Ведь были же церкви, где не гоняли, где со стороны смотрели и смеялись, и улыбались. И говорят, вы сами виноваты в том, что вот вы и на себя навлекаете такое поругание. Это делалось для того, чтобы верою своей проявить любовь к людям и к Богу. Для того братья и вышли на это служение, чтобы выйти из мира и идти на служение, не соглашаясь с этим миром. Тимофея мы прочитали, «Я надеюсь, что вера твоя, которая была прежде у бабки твоей, потом матери твоей Лаиди, она и в тебе». Братья и сестры, я бы хотел обратиться сегодня к молодежи. Друзья дорогие, вы живете в то время, когда нет гонений. Живете в то время, когда вы не испытываете каких-то переживаний со стороны гонений, там, скажем, или других условий, сложных условий жизни. Но хотелось бы все то, что пережили ваши отцы и деды, чтобы вы это хорошо помнили. Чтобы вы могли передать это другим. Чтобы из поколения в поколение можно было передать, что как вел Господь, какие чудеса совершал в народе своем. Братья, когда сидели, по несколько сроков сидели большой срок, 5 лет, потом не выходя оттуда, 3 года получали, 5 лет получали. Они даже не надеялись о том, что будет свобода. Хотя многие братья говорили, братья и сестры, будет свобода. Они верою проходили
свои поприща. Послание к евреям в 13 главе, в 11 главе мы читаем о том, как верою люди шли в своей жизни, как они побеждали все вот то, что предоставлял им враг на пути. Есть такое стихотворение, брат написал: «Вера через штон проводит корабли, караваны движет по пустыне, увлекает пленников земли к отдаленным звездам небе синим. Эта вера горы низведет, повергая в грозную пучину, и на небо радостно войдет торжество возлюбленного сына. Только верою в Бога, только уповая на Его святую милость и на Его любовь, шло наше братство этим путем». Сегодня мы имеем это свободное общение. Сегодня, как я уже говорил, нас никто не гонит, нас не притесняют. Но да поможет нам Господь, чтобы мы помнили, какую ценою досталась эта свобода. Как трудно переживало братство этот путь. Да благословит нас Господь, чтобы мы могли служить Ему от всего сердца. Аминь. «291 номер. Привет вам, Христово, цветущее племя, рожденное в бурях великой судьбой. Вас грозно встречает последнее время, зовет на последний решительный бой». Будем петь 1, 3 и 5 куплет. Будем петь стоя, друзья. Сестры, присаживайтесь. Я хотел бы сказать, все ли знают, что этот гимн, который мы пропели, это гимн узника за веру Христову Николая Храпова, который отсидел 28 лет в узах, и там закончилась его жизнь. Этот гимн, друзья, любимый молодежью христианской, этот гимн, любимый Церковью Христовой. Некогда Моисей сказал: «Пойдем с малолетними нашими фараону». Но вы знаете, в то время в нашей стране не все пошли этим путем, друзья. Не все. Я хочу сказать, что Церкви Христовой в этом мире суждено быть в меньшинстве. Суждено в меньшинстве вести брань с этим миром. Но она имеет обетование от самого Господа: «Не бойся, малое стадо, ибо Отец
ваш благоволил дать вам царство. Поэтому пусть Господь благословит, что сегодня мы собрались, друзья, на этом юбилейном служении для того, чтобы воздать славу Господу. И это не нам, не отдельным людям посвящен этот юбилей. Этот юбилей посвящен Церкви Христовой. Церкви Христовой. Мы являемся лишь только участниками этого служения, друзья. Поэтому сегодня как важно, чтобы наши дети и молодежь знали, что сегодня возвещается и куда мы идем. В хвалебной песне, в торжественной песне Моисей со своей сестрой Марьям воспели Господу и сказали: «Ты ведешь милостью Твоей народ сей, сопровождаешь силой Твоею в жилище святыни Твоей». Церковь идет туда, где, друзья, нет греха, где будет все свято. Поэтому сегодня, живя в этой стране, мы должны бороться за чистоту Церкви Христовой. Сейчас служение хора, пожалуйста.
Сейчас, друзья, участие молодежи, мы послушаем стих «Времена гонений», а затем пение «Сгущаются тени зловещие». Покуда выходят, друзья, я тоже вспомню коротенький стих, где автор говорит так, что «Снова пенится снегом земля, и хрустят леденцами морозы. Сон ли это на мертвых полях? Вижу ярко цветущие розы. Эти розы, братья, сестры, страдальцы за веру, все холодные жизни и места, они греют святым примером. Ратных подвигов честь нельзя, но не все остается просто. И кровавится наша стезя, начиная от дней апостолов». Сегодня, друзья, в нашей стране спокойствие, но во многих странах мира Церковь Христова претерпевает гонения. От этого мира мы тоже должны за таковых молиться. Я не жил во времена гонений, не испытал я ужаса огня, побои и разгон богослужений, история скорее для меня. Не знаю горькой боли расставания с родными, что за веру шли в тюрьму, и радости коротеньких свиданий не испытав, едва ли понять смогу. Мне неизвестны штрафы и доносы, предательства, угрозы, клевета. Меня не вызывали на допросы, не забирали вестник у меня. Не стоял я у истоков синки, не вырезал я буквы вновь и вновь, и в неизвестной никому глубинке бумагой не стирал я пальцы в кровь. Но дорогим мне стало наше братство, живую веру в Бога храня. Оно во дни греха и святотатства подняло знамя истины Христа. Оно с тобой, Господь мой, соединилось в страданиях, гонениях, скорбях. Оно хоть не имело много силы, не отреклось, не предало тебя. И путь братства мне, для меня он очень дорог. Ведь это твой тернистый узкий путь, твои слова до смерти, будь мне верен, давали силы многим не свернуть. Иисус, благодарю тебя сердечно за то, что церковь, братство ты хранил, веди и впредь свою невесту вечность в небесный город Иерусалим. Аминь.
Дорогое собрание, всех сердечно поздравляю с юбилеем нашего братства Международного совета церквей евангельских христиан-баптистов. Поздравляю молодежь, поздравляю все семьи. Братья и сестры, такого общения больше не будет. Будет лучше, но такого не будет. И вот мы сегодня здесь и слышим Слово Божие, что оно живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Сегодня мы здесь во исполнении всех тех заповедей Господних, которые в продолжении всех 50 лет братство наше выстояло, и с нами дети наши, младенцы наши. Когда-то многие из нас у истоков именно движения братства также были младенцами, детьми, и мы уже слышали, их приводили в собрание, их приносили на служение, и только лишь с определенной одной целью, чтобы Иисус Христос прикоснулся к детям, чтобы возложил руки на них, чтобы благословил их. И мы сегодня, благословенные наследие Господне, здесь прославляем Господа. И, конечно же, с нами пришли и малолетние наши. Я хочу всех пригласить сюда, всех мальчиков и девочек, чтобы они пришли сюда, и мы прославим Иисуса Христа. Пожалуйста, все дети, мальчики и девочки, идите сюда. Все-все маленькие дети, до 14-15 лет, идите сюда, друзья. Мы споем, прославим Господа, а потом совершим молитву, служители совершать молитву. Так, все, пожалуйста, вниз, пожалуйста, друзья, все вниз, вниз, пожалуйста, пожалуйста, детки, вот на ступенечке и внизу, наверху никто не должен, пожалуйста, пожалуйста, просим. Все-все мальчики и девочки, быстренько сюда. Иисус Христос сказал, пустите приходить детей, чтобы никто не возбранял, чтобы никто не препятствовал, хотя сила мира сего всячески старается, чтобы детей не допустить, и потом церковь прекратить свое существование. Но это не так. Слово Божие сильно и действенно. Оно острее всякого меча обоюдоострого. Мы будем петь «Любит мой Иисус меня, это твердо знаю я». 585 номер. Он детей берет, детей зовет к себе и на руки их берет. Любит Иисус, любит Иисус. Друзья, будем петь, прославляя нашего Господа.
сестры. В период гонений в бывшем Союзе для того, чтобы собрать детей и привести с ними общение, получали большие сроки в вузах, в тюрьмах, в лагерях. В нашей церкви находится брат-старец Павел Тимофеевич Рытиков. Он здесь присутствует. Павел Тимофеевич, мы вас поздравляем с юбилеем братства. Когда он имел общение с детьми, получил большой срок. Его бросили за решетку. За то, что, друзья мои меньшие, за то, что с такими, как вы, он молился и просил, чтобы Господь коснулся ваших сердец, чтобы благословение Божие было вот на таковых, как вы. Господь хочет, чтобы мы все, как Он нас любит, чтобы и мы любили Его. И придет время, братья и сестры, наши дети вырастут. Вот здесь стоящие, из них пресвитера, служители, из них проповедники, благовестники, из них регента, из них хористы, из них труженики будут на Неве Божьей. Как важно, чтобы на таковых, которые сегодня с нами здесь, помолиться, чтобы действительно Господь прикоснулся, чтобы Господь, видимо, возложил руки на них и благословил. Друзья, и в конце нашего земного пути Господь обещает нам быть в Иерусалиме. Вы знаете, где находится Иерусалим? Земной Иерусалим находится в Израиле, правильно вот здесь мальчики говорят, а Господь приготовил и небесный Иерусалим. Давайте мы про Иерусалим споем. Еще детское пение 580. У Иерусалимских гор пел Иисусу детский хор. И теперь детей уста славят Господа Христа. Третий куплет. Когда Господь возьмет нас к себе в небо, и мы будем продолжать петь царю царей. А сейчас
Сейчас, братья-служители, давайте мы сойдем вниз. Братья, сойдем вниз. Поднимем руки без гнева и сомнения. И помолимся Господу, чтобы Божье благословение было над каждым из здесь предстоящих наших меньших друзей. Молитву совершить Павел Николаевич Ситковский, который в нашем братстве ответственен за детское служение. Мы все, прошу, вставшие, папы, мамы, старшие братья и сестры, дедушки и бабушки, всех, кто пришли сегодня на наш юбилей, давайте помолимся, чтобы Господне благословение было над детьми нашими. Наш Господь и Бог, глава церкви, наш добрый пастырь, мы благодарим Тебя сердечно за то, что Ты обильно благословил наше братство, и как печать благословения Твоего много детей в церквах братства.